Был у меня сделан забор сеткой рабица. Вот я еще купил сетку для затемнения 50 метров, 50 на 2. Это 100 квадратных метров. Вот нанес ее на забор, и вот так смотрится, да? То есть, и чтобы посмотреть, то есть, как смотрится она без забора и с забором. То есть, сетка где есть, да? Вот тут вот есть, смотрите, это кусок, получается, сетки. Это без сетки для затемнения. А это вот смотрится с сеткой, которая 30% с затемнением. То есть вот тут, чтобы можно было видно как. Можно, кстати, ее в два слоя делать. Я купил с Озона по распродаже за 1700, точнее 1661 рубль с доставкой бесплатной. Сделано очень, кстати, сегодня много. Вот основание вчера было сделано. Для теплички. Сегодня сделаны теплички. Вот так вот. Две теплички. 3 на 4 получается. И с той стороны дверки. Столб стоит готов уже под электричество. Грядочки раскопанные. Грубо говоря, готовятся к тому, что их можно будет засаживать. Ну и всякая дребедень уже натаскали. Одну тепличку будем использовать под... рассаду все засаживать, а вот вторую тепличку пока будем под то, чтобы в ней находиться, отдыхать, если дождик пойдет. Вот, сделал лавочку такую, сколотил из остатков, который под брус. Хорошо, что я не взял впритык брус, взял запасом, даже смог использовать то, что осталось, несмотря на дороговизну материалов. Ребенку велик уже пригнали, тачку нужно переделать, а то она что-то с колесом что-то не так. То ли шину спиздили, то ли еще что, короче. Вот. Помидорчики сажать начали. Вон они, помидорчики хорошие. Полил я их. Посмотрим, как себя будет чувствовать. Вот. Мангальчик готов, чтобы дальше смогли поливать. Еще даже сетка осталась. Много сетки мне отдали. Хоть еще один участок делать. Вот такая красота.